Самая главная поддержка, конечно, была получена по линии коронавируса. Для нас на Камчатке болевая проблема – это нехватка кадров. Мы частично уже решаем эти вопросы. Я хочу, пользуясь случаем, выразить благодарность Ирине Анатольевне Яровой, благодаря которой уже в воскресенье первая бригада приедет к нам на Камчатку для того, чтобы поддержать наших врачей амбулаторного звена, тех, кто работает в поликлиниках. Но сегодня с поддержки Юрия Петровича мы получили также понимание, что по линии военных врачей Министерства обороны также будут направлены бригады для того, чтобы усилить это звено. Принципиально важная сейчас тема, по которой нам нужно, конечно, усиливать наше звено. К сожалению, врачей много болеет, и они банально не справляются с той нагрузкой, которая возникает.